В России День медицинского работника отмечают каждое третье воскресенье июня. Традиция не стала исключением и для кумертауских представителей одной из самых гуманных профессий. Праздничное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, провели заранее. Принял его в своих стенах ДК «Рассвет». Небольшой фуршет перед основной частью исполнил функцию регулятора настроения. После – церемония награждения вперемешку с выступлениями местных артистов. Профессиональным праздником медиков поздравила замглавы администрации Наталья Лапшина. Она отметила важнейшую роль хранителей здоровья в социальной сфере города и их неоценимый вклад в благополучие жизни горожан. Лучшие удостоились наград. Не остался в стороне и главный врач городской больницы Олег Астахов. Он поблагодарил своих коллег за ежедневный титанический труд, направленный на улучшение здоровья, и тоже вручил награды разного уровня. У нас случайных людей все-таки нет, я так считаю, это мое мнение как руководителя нашей больницы. Все люди достойные. Наоборот, я считаю, не всех сразу можно охватить наградами. И это не есть цель, конечно, но самых достойных мы все-таки из достойных сегодня вот выделили и почтили. В течение мероприятия работников сферы здравоохранения отметили почетными грамотами, нагрудными знаками, благодарственными письмами и памятными подарками. А творческие коллективы городского округа поздравили медиков своим способом. Если солнце зашло за окно, значит, любовь вернется в дом. Если в небе зашла луна, будет от любви нам не до сна. Если солнце зашло за окно, значит, любовь вернется в дом. Виновники торжества в этот день и сами поздравляли друг друга с наступающим праздником. Поздравить своих сотрудников, весь коллектив нашей больницы с нашим праздником, с международным медицинским праздником. Пожелать всем здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде. Как бы побольше зарплаты, поменьше больных пациентов. Поздравляю всех медицинских работников с таким замечательным праздником профессиональным. Желаю всем здоровья, счастья, семейных благ и всего самого наилучшего. Я хочу поздравить своих коллег, сотрудников нашей больницы с наступающим праздником медицинского работника. Хочу пожелать им всем здоровья, прежде всего, благополучия, удачи в их творческой дальнейшей работе. Ну и всего самого наилучшего. Отмечу, что днем позже кумертауских медиков признали лучшими врачами года. Награждение победителей соответствующего республиканского конкурса прошло в Министерстве здравоохранения Башкортостана. Почетные награды более чем 50 специалистам вручил министр здравоохранения. В номинации «Лучший врач лабораторной диагностики» отмечена Римма Гизатуллина, а лучшим инфекционистом признали Ольгу Тарасову.